Решим задачу. Перед первой игрой в шахматном турнире участников разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в турнире участвуют 17 шахматистов, среди которых 3 участника из России. Найдите вероятность того, что в первом туре российский шахматист Александр Дружинин не будет играть с другим шахматистом из России. Первое действие. 17 минус 1. Получается 16 участников. Это соперников у Александра всего, потому что всего 17 человек, но так как он не может играть сам с собой, то одного человека, самого Александра, мы отняли, осталось 16. Теперь от этих соперников 16 мы отнимаем оставшихся 2 участников из России. Один участник сам Александр, его мы уже вычли. А еще 2 участника из России мы вычитаем. 16 минус 2 равно 14 участников. Это соперников у Александра не из России. А теперь получается, что если Александр не будет играть с россиянином, то у него соперников будет 14 из 16. Это можно записать в виде дроби. 14 16. Сократим эту дробь на 2. Получается 7 восьмых. Переведем в десятичную дробь. Получается 0,875 тысячных. Это вероятность того, что Александр не будет играть с другим шахматистом из России. И ответ 0,875 тысячных.